кажется, запахло жареным. Всем-всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Тяжело Милена, это снова я. Да, я никуда не пропала, я вернулась снова в строю. И это влог, которого вы так долго просили. Пожалуйста, все для вас. Сегодня я гуляю с Колей, он мой оператор по машинушкой. И сегодня мы приехали в Мегу. Блять, как далеко до Меги. Мега. Мы приехали сегодня сюда, потому что в моем любимом магазине Bath & Body Works просто глобальная распродажа. Поэтому запасайтесь печеньками, чайком, кофе. И пойдемте с нами. Какой? Дурак. Я тебе подножку поставил. Чем? Что ты удалась. Нет, я хочу снимать тебя. А я не хочу снимать тебя. Ты просто такая красивая. Здесь так красиво, ЛД заиграл. Рэп — это сила, ЛД — это рэп. Могила. Вот, да. Хотите, изображу ЛД? Блин, ну такое чувство, что у глаз судорога. У меня судорога. Все, пора заканчивать. А то люди подумают, что я ненормальная. Но на самом деле я нормальная, это правда. Итак, ребята, сегодня, сейчас скажу, какое число, четверг, 28 июня, моя камера в руках у Кеши из проекта «Игорь Селяк худеет». А сейчас, вы видите, я нахожусь на фоне Bath & Body Works, это мой любимый магазин, свечи, гели, мыло, все. Там сейчас акция, и я себе хочу много всего купить и показать вам, провести вас со мной, почему нет, пошли. Смотрите, в магазине сейчас просто лютые скидки, огромный сейл, и он уже достаточно долго будет длиться. Но все равно я посоветовала вам поспешить и заглянуть, потому что таких скидок не было давно, и не знаю, когда будут еще. А еще Bath & Body Works проводит очень классный конкурс. Вы покупаете все, что вы хотите, фоткаете свою покупку, выставляете с двумя хэштегами вот этим и вот этим, и ждете результатов. Самые классные работы, самые классные фотографии Bath & Body Works выложат в свой официальный аккаунт. Классно! Милен, что ты выбираешь? Я выбираю все. Можно все, пожалуйста? С блестками, посмотрите. Вау. Чего стало? Моя прелесть. Сложно. Это сложный выбор. Напишите в комментариях, что бы вы взяли. О, что это? Бергамот и черный перец. Необычно. Непривычно. Блин, ребят, смотрите, как это вкусно. А пахнет капец вишенкой. Это клюква. А нет, это вишня. И это вишня. Да, и правда красиво. Вау, это прикольно. Очень вкусно. Понюхай, понюхай. Да, реально очень прикольно. Необычно. Что-то такое цитрусовое. Какой киви, ананас, кокос. Понюхай. Понюхай. О, блин. Пралине пахнет с пронилью. Как синапон. Как Баскин Робинс? Мороженое с пралине. Синапон. О, я хочу съесть эту свечку. Она вкусно пахнет. Вы посмотрите, как все красиво. Вот. Да, действительно. Не знаю. Сладкая. Летом ходит. Берем. Милена, скажи, какие ароматы свечей ты больше всего любишь? Сладкие, свежие, цветовые. Напишите в комментариях, что любите вы. Вот я цветы не переношу. Сладости, фрукты, ягоды, да.
Джорджия Пич. Как моя палетка повисла. Это мой фаворит на сегодня. Кокосовая. Лаванда, лаванда кокос. Да. Это прикольно. Но это необычно. Ну да. Посмотрите, есть с ароматом алкоголя. Коль, ты снимаешь не то, что... Просекку. Да здесь, прикольно. Стоп, еще раз, покажи просекку. Да. Ты такая маленькая на всех этих полках. Вау, прикольно. Голография типа. А пахнет это она? О, но мне очень нравится, возьми. Это классно, пахнет... Имбирный пряник, он не... Да, как будто кофе из Старбакса. Хочешь тебе такого? Гляди, как она меня любит. Свечи мне покупает. А я думаю, тебе хватит свечей. Из голубой такой. И зеленый. Миля, на тебя фотоаппарат не ловит так быстро фокус. Не убирай так быстро. Ага, вот вау. Просто вау. Мандарин. Ну, выглядит самый красивый, выглядит голубой. Давайте еще раз поближе покажу. Просто вау. Как будто бензин. Поэтому своя ассоциация. А что не так с бензином? Я тебя сожгу. Нюхает. Как всегда. Вы ничего, брат, так не подумайте, просто пахнет вкусно. Да, бурбон. Бурбон, алкоголь. Миля, что ты взяла, расскажи. Я взяла 3 геля для душа. Один, между прочим, я подарю Коле, потому что я хороший друг. Потом 4 мыла для рук. 5. Смотрите. 4 свечи. Одну маску. 3 антипака, но один для Коли, который снимает этот ролик за продукты. И чехол панда тоже мой. Нет. Да. Нет. Да. Подожди, не убирай ее. Маш, подойди, пожалуйста, сюда. Почему-то она не хочет фокусироваться, а вот такой прикольный. Кстати, продажи здесь длится, я узнала для вас, до 19 июля. Так что у вас еще достаточно денег. 1710. Милена, как ты все это потащишь? Мне поможет Коля. Ведь я женщина, и я не обязана все искать. Я тоже женщина. Нет. Смотрите, кого-то скоро ждет новый видос с покупочками из Bath & Body Works. А теперь мы идем кушать, потому что Коля очень хочет купить все. Не говори всем, я же с проекта худею. Упс! Ура! Идем! Ищи! Нет, не ищи! Ты ничего даже не украла? Сейчас просто разрываются пакеты, все разбивается. Меня в летящую светлую даль. Два белых коня. Два белых коня. Метамфин, витамин, героин. Тащи давай. Тащи. А знаешь, типа, рюкзак. А где твой рюкзак? Тебя. Немного добавим спорта в наш блог. Всегда, всегда и везде. Колето 90 градусов. Носочек не уводим. Мне стыдно, что я с ней, ребят. Я ухожу. Ну нахер. Ну так, чтобы не было в поле. Теперь приседаем с весом. Мы с весом частенько приседаем. Ну зачем смотреть? Ну вот идете мимо, зачем смотреть? Прошли, все. Нарываетесь. Оп, ЗОЖ. Оп, все, пошли, ладно, пошли. Босс играть на пианино? Нет. Давай, быстрее давай, садись, быстрее, 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 быстрее.
быстрее бежим. Тикаем нахуй из города. Так, мы дошли до KFC. Если вам интересно, что же я, Милена Чижова, вегетарианка, могу есть в KFC, то смотрите. Это твистер веджи. Там нет курицы, там нет мяса, ничего нет. Там просто... Милена, скажи честно, это коллаборация с KFC? Нет. Ты тебя купил KFC? Нет. Тебя купил мясной фастфуд? Меня, это вегетарианский, но меня смущает, что здесь хэштег «сочная курочка». Покажи поближе. Это, мне кажется, KFC несколько троллит или рофлит с веганов. Пальчики оближешь. Открываем. Анбоксинг. Мистер Веджи. Так выглядит внутри. Блин, а что, если, а что будет, если тебе положат нечаянно в твистер мясо, и ты его съешь? Меня стошнит. Ничего страшного не произойдет, а меня стошнит. Здесь сыр. Милена, все знают, что там. Не, мало ли, все знают, все веганы, сомневаюсь. Поэтому хэшбраун, ломтик сыра и капуста. Ну, конечно, свинья везде найдет. Грязь найдет. Дальше хэшбраун. Отвратительный, невкусный. Почему-то мы сделали холодный, очень вкусный, но холодный в этот раз. С сыром и халапеньо, потому что я любитель остреньких ощущений. И, конечно же, вода, потому что мы за ЗОЖ? Никакой миринды, колы и всего такого, как у Коли, который худел как бы на проекте. Это не мое, меня подкинули. Мое, наверное. Да. С мясом. Такая байт, на самом деле, вот как только камера включается, я жадно хватаюсь и жду байт. Да, вот так один раз проснешься с тобой, ты меня доедаешь. Да, или кошек. Хочу посетить шаурму. Шучу. Ладно. Знаешь, купи 5 шаурмы, купи 4 шаурмы у Милены и собери кошку. Итак. Все, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Пока. Ждем такси. Не Яндекс. Индрайвер. Индрайвер, давайте сотрудничать, пожалуйста. Я хочу еще... Мне не хватает денег жить, скажи. Тебе вообще не хватает жить. Да, ничего не хватает. Ни времени, ни здоровья. Вот тоже кажу. Так. Что ты делаешь, Милен? Я хочу найти и показать вам трек, который мы начали делать. Это мой новый трек, новый хит. Да. Вау, что это? Даже я этого не слышал. Показываю вам немножечко моей новой демо. Без обработки, без какого-либо сведения, просто сыроватенько. Но я хочу вам немножечко показать, потому что я хочу, чтобы вы уже ждали чего-то, поэтому вот. Они говорят, что не получу. И мне, конечно же, звонит водитель. Ага. Да, здравствуйте. Вот так вот всегда, ребят. Вот так всегда все-все обламывают. Мужики-козлы. Скорее. 4 минуты. Ну так вот, давайте перемотнем. Ты критикуешь, но самое нужное здесь сразу мне. Тебе нужен свет, я буду позже. Я буду позже. Ты поешь на фальши, ты не похож. Буду позже. Буду позже. Тебе нужен свет, я буду позже. Лучше на нуле, я буду позже. Ты поешь на фальши, ты не похож. Буду позже. Буду позже. Тверк, сучка, тверк. Тверк. Это... На меня смотрят люди. Это не тверк, это была какая-то собака-инвалид сутулая. Ну, я инвалид. Так вот, только что вы слышали первыми, больше никто не слышал, кроме моих самых близких друзей. Будем еще дорабатывать, дописывать второй куплет или нет. Итак, повторяю, что это очень сырая демка. И я делюсь с вами не для того, чтобы вы начали писать «О, говно» и так далее, а просто, чтобы вы знали, что вас ждет. Так, подготовка заранее. Короче, трек получается действительно классный, он кочевый, именно такой рэп-рэп. Я прям как супер-бич такая, знаете. Ну, недаром в песне поется «Была малышка, стала сучкой», поэтому вам есть что ждать. Это не похоже на предыдущие работы. Это не поп, как «Зая», это не сюр и не юмор, как «Черный список». Это не Эмма, это Милена, но это не менее круто, это будет очень классно. Правда, я не то, что прям такая расхваленная, это правда хорошо звучит, я очень стараюсь. Милен, пакет украли. Ты дурак. Ладно, все, сейчас 2 минуты, мы едем домой. И я хочу сделать этот влог немножечко таким... Хочешь? Мужчина, пакет уберите, не трогайте.
хочу сделать этот влог более насыщенным, поэтому я буду снимать несколько дней, когда у меня будет что-то интересное, вот типа как сегодня, если я буду что-то покупать. Ой. Или пойду куда-то с друзьями, или в зал. Кстати, пишите, что вам интересно все смотреть во влогах, и я буду слушать вас. Сиськи. И снимать для вас, потому что все-таки вы смотрите мои видео, да, а не я. Вот, поэтому пишите, принимаю любые... Нет, не принимаю. Ты принимаешь любые? Всегда Коль. Люди на меня странно посмотрели. Нет, они всегда это странно делают. Поэтому на сегодняшний день подходит к концу, но не влог. Я продолжу в следующий день, но это вы уже увидите через пару секунд, поэтому переключаемся. Наоборот. У меня рот чистый? Да. Нет. Ну, Коль. Да. Итак, ребята, я продолжаю свой влог. Сегодня снова победила Россия. Мы вошли в чат финала. Ура! Я победила подписчиков. Зая, без не меня близко. Одна. Близко не таким красиво. Зумом явно не... Это пипец какой-то. Я просто первый раз вышла на улицу ночью, вечером, во время чемпионата мира в центр, и я обалдела. Кстати, когда Россия играла с Египтом, вот я предсказала счет. И сегодня меня спрашивают Коба, Милен, кто выиграет? Я звоню Милене, говорю, Милен, ты ведьма, предскажи счет. Она говорит, Россия... Россия победит, но я почти... Россия победит, я почти уверена. Я думаю, ну какая-то херня вообще. И реально Россия выигрывает. Россия, давай! Фоткается настроение. Залезь на верху. Совершенно другой день. Сейчас уже, наверное, какое число? Сегодня 11 июля аж. Я так затянула влог. Извините, пожалуйста. Смотрите, зацените мой макияж. Блин, эта камера, вот правда, я очень переживаю по поводу того, что камера, на которую я столько, блядь, копила, портит мне лицо. Она делает его ужасно. А еще меня больше расстраивает, что это не камера портит лицо, а что мое лицо такое. И камера показывает так, как есть на самом деле. И вот мне правда хочется плакать. Мне это выбешивает, вот правда. И у меня вообще скачки настроения ужасные. Я правда устала, ребят, я правда, вот серьезно. Я устала. Я стараюсь что-то... Вот я снимала видео про татуировки. Мне не нравится, как я там выгляжу. Но у меня нет сил переснимать. Точнее, я хочу, но тот фотоаппарат, с тем фотоаппаратом начинается какая-то фигня, а то со светом, то опять со мной. Господи боже, сейчас еще и макияж потечет. Он же такой красивый, не надо. Нет, хоть что-то может не течь в моей жизни. Ей, пожалуйста. Все, я схожу с ума. Ку-ку, ту-ту. Поехала, кукушечка. Правда, ребят, поддержите меня, пожалуйста. Я очень стараюсь при создании контента. И пускай он не такой, типа, классный, как может быть у кого-то, но я пытаюсь сделать все, чтобы он был таким.
Фух, надо успокоиться, да? Чё я за плакса, блядь, ебаная? Пиздец. Милен, чё за хуйня? Я извиняюсь за мат также, потому что я знаю, что он очень многим не нравится, и это некрасиво. Я буду стараться... Буду стараться избавляться от него в своем лексиконе, и он будет чистый, без ненормативной лексики и очень грамотный, с умными словами, всякими крылатыми, витиеватыми выражениями, если вам так больше нравится. Ладно, короче, чё я выёбываюсь? А я хотела просто закончить этот влог. И у меня опять вот просто... Я не знаю, я хотела выложить видео про тату, смонтировать, точнее, ну хотя бы сначала сделать его. Слезки, соленые. Ну вот, хотя бы сначала смонтировать его. Но смонтировать не проблема. Просто я там ужасно выгляжу, я начала расстраиваться из-за того, что все 2 часа, что я снимала, на смарку. А потом думаю, ладно, нет, может быть, мне кажется, я выгляжу нормально, что я не страшная, что я накручиваю себя. Фуф, и начинаю монтировать, и потом захожу в интернет и понимаю, что у меня какая-то проблема с интернетом, то есть Wi-Fi есть, значит, проблема не Wi-Fi. А никакие сайты не грузятся, типа, проблема в DNS-сервере, я не могу ничего сделать, и меня это просто выносит, просто мозг выносит. Поэтому давайте я не буду вас грузить и выносить мозги вам, да, хорошо? Я закончу на том, что в моей жизни происходит просто фонтан событий, сейчас много чего меняется, поэтому меня немного вот так шатает. А еще, кстати, я хочу предупредить, что с 13 по 24 или по 27 мне сегодня рассказала Сонечка, которая меня красила. Кстати, да, зацените макияж, очень красивый, и я без линз. Я привыкаю к себе без линз. Скажите мне, я же хорошо выгляжу без линз, я же не уродка. Сковородка. Боже, что я несу. Ладно, ну так вот. И там что-то с Луной связано, со звездами. Этот период, когда вы должны быть максимально наполнены, вдохновлены, радостны. Никаких обид, никаких ссор, никаких проблем. Вот чтобы ну, максимально все было хорошо и позитивно. И тогда это решит весь вот год, который идет. Поэтому не видите себя, ну пока еще можно. Вот пока давайте поплачем. А с 13 числа все. Это, кстати, это же пятница 13-я. С 13 числа все. Мы на позитиве, креативе. Да, Катя Клэп, привет. Вот, мы... Ну, короче, вы поняли. Я предупредила. Смотрите, у меня здесь кот у ноги умывается. Вот. Спасибо, что посмотрели этот влог. Он очень сумбурный, он очень странный. Но я надеюсь, что вам понравилось, потому что это настоящий я, это мои настоящие дни и то, что я делаю по-настоящему. И если вы это правда цените, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. А также я надеюсь, что у всех стоят колокольчики на меня. Это безусловно, я знаю. И подписки обязательно. А также напишите комментарий. Любой, какой пожелаете нужным написать. И, кстати, я в теме. Эту футболку мне, кстати, дарил Шингиз. Но это для олдфагов. Чисто я не то, что в теме. Это старая очень футболка, которую мне дарил Шингиз. Надо ее сжечь и выкинуть нахуй. Ну, ладно, мне дома не в чем ходить, поэтому... Ладно, все, всех люблю.